Итак, седьмая серия. Красноярск, Иркутск. Надо сфотографировать и отправить в этот мой город или как там. Слушай, а там лифты не покрасили случайно? Но если бы покрасили, обратил бы, потому что воняло бы краской. Вчера соседка какая-то звонила из 10 этажа, спрашивала про какой-то интернет новый, что там объявление там какое-то повесили. Я сказал, что ничего не знаю, так как в командировке сейчас минус 13. А что было-то? Что там на М4? Это ты по телевизору смотрел или где? Да? А то мне это Саша скинул видео, где камера с этого, с трассы Дон. Камера стоит на трассу, и там этот все снегом заметено, занесено, написано «Сегодня Воронежская область». И я такой в памяти вспоминаю, начинаю копаться, нахожу и говорю: «Саш, ты мне это видео присылал в марте этого года». То есть в интернете ходит вот эта фигня. Один раз засняли видео, я не знаю, там год назад. И в этом году его могут повторить, там, запустив, там, я не знаю, написав там «сегодня произошло», там, и понесется, как сарафанное радио. Но это после этого, после Камень-Шахтинского.
дергаю этот, ну, пока не очень получается. Ну, сегодня вот еще не дергал, он там в ночь работал. Я не знаю, ну, пока еще отсыпается, наверное. Чуть попозже. Ну, с понедельника я в понедельник уехал. Ну да, шестой день. Но еще не пошел. Пятый еще не закончился даже. Я же уехал во сколько по Москве? В 2 часа дня. Ну да, да. Разваливание, мне нужно этот вернуться и вкалывать. Ну, во-первых, уже следующий запрос есть, ты знаешь, да? Но я пока им еще не занимался, ни сумму не объявлял, ни по срокам ничего не говорил. Ну и мне, соответственно, еще ничего не подтвердили. Вот. Но я думаю, сегодня это сделаю, в понедельник, наверное, уже будет какой-то ответ. Вот. И либо вот следующую задачу выполнять, либо сайты создавать, либо вот с этим автопроектом заниматься. Алло, ты здесь? Сайты нужно срочно подобного. Выгодно. Алло, ты здесь? Ты меня на громкую поставил или что такое? Я как-то плохо слышу тебя. Ну, ты можешь убрать эту громкую? Ужасно слышно. Ну, сейчас лучше. Что за прикол? Ты же раньше никогда по громкой не общался. У меня все хорошо, Рыжик. У тебя как? Тоже хорошо. Ты проснулся уже? Робота собрали. А что за робот? Два робота. Откуда у тебя роботы? Тебе на день рождения подарили, что ли? Да? Как тебе спалось? Хорошо. А что снилось? Что тебе снилось, малыш? Ты помнишь? Или не помнишь? Тебе приснилось, что ты поймал два сапога? Ой, что это за сон такой? В море поймал? Ты в море сапоги поймал? Вот это сон, конечно. Два сапога в море поймал, ну ты даешь. Ты, наверное, какие-то там мультики насмотрелся, поэтому тебе такое снилось.
уже эту сказку смотрел, да? Тебе приснилось, что старик поймал золотую рыбку. Тебе сказка приснилась. А ты вместе с этим стариком рыбачил, да? Только он рыбку поймал, а ты два сапога поймал. После рыбки золотой техни. Я понял. Да. А что ты сделал с этими сапогами? Thank you.
там есть. Васина написала комментарий к видео «Лучшие места для отдыха на трассах России». Комментарий, а видео вообще ни о чем, где, как, что и почем. Да сейчас по всем дорогам хорошие стоянки с теплыми туалетами, душевыми, стиралками, кафешками. Екатерина, но я не знаю, будете ли вы просматривать это видео или нет. Но я все равно отвечу. Во-первых, видео 5-летней давности. Вы посмотрели и оставили свой комментарий к видео 5-летней давности. 5 лет назад Такусульский район. 5 лет назад мы вынуждены были снимать на другой регистратор. Другие технологии, другие способы. Если вы вспомните, то жестких дисков на терабайт, даже речи о них не было. Сейчас я обгоню, попробую, по крайней мере. Речи о жестких дисках на терабайт, даже речи не было, и никто даже не думал об этом. Но, по крайней мере, в России это было неизвестно. А возить с собой сотню флешек по 2, по 5 гигов, чтобы скидывать туда полные маршруты. Это можно дураком стать. Запутаешься, где какая флешка и так далее. Так, это что касается видео ни о чем. Смотрите свежие видео, где выложены полные маршруты от и до. Да, мы не заходим в кафешки, не расспрашиваем, что, где у вас тут как, ни почем. Потому что не все люди адекватно реагируют, когда их кто-то снимает на камеру. Кто-то начинает смущаться, кто-то начинает нервничать, кто-то начинает злиться. Лично мне этого не нужно.
я еду, я показываю, где... Вот вы можете смотреть видео и для себя помечать, если вы едете по этому маршруту, так, там есть стоянка, дальше есть стоянка, здесь по левой стороне, там заправка есть, вот на что вы можете обращать внимание. Да сейчас по всем дорогам хорошие стоянки с теплыми туалетами, душевыми, стиралками, кафешками. Екатерина, не знаю, пока отключение 70. Да, я не спорю. Много таких стоянок, кафешек, где есть и стиралки, и кафешки, теплые туалеты. Но далеко не все стоянки такие. И далеко не везде они есть. Я не знаю, какой у вас опыт, стаж в дальних поездках. Может быть, вы ездите по одной трассе какой-нибудь, на которой все знаете. И самое основное, это вот вы знаете, что сейчас по всем, по многим трассам есть стоянки, кафешки, стиралки, душевые кабины, туалеты и так далее. А знаете, сколько людей, которые в первый раз отправляются в дальнее путешествие на автомобиле, им страшно ехать, они ничего не знают. Вот в первую очередь для них видео, чтобы они не боялись, чтобы они знали, если уж страшно, могли просмотреть видео полностью. И успокоиться перед дальней поездкой. Уже и писали, и личные сообщения отправляли, и ВКонтакте, и в Ютубе, и звонили, интересовались. Звонили с разных регионов. По-моему, из Перми. Нет, не из Перми. Откуда-то вот, наверное, либо из Саратова, либо из Самары человек собирался ехать в сторону Иркутска. Интересовался трассой. Все ему рассказали. Ну, в общем, заканчиваю комментарий. Не все такие всезнающие о трассах люди, как Екатерина. Есть и новички, которым это интересно. Саша Уральский. Через Кострому, Киров уже страшно ехать. Если это вопрос ко мне, мне не страшно было ехать. Мне нигде не страшно ехать. Стараюсь не думать о плохом. Дороги, да, так себе там. Дороги и качество связи. А страшного нет, страшного ничего нет. Путник 81. Похоже, Валентин следует из Красноярска в Иркутск. Только почему фото стелы Иркутской области выложено со стороны Бурятии, а указатель расстояния до Иркутска со стороны Красноярского края? Но едет он с запада на восток. Да, я еду с Красноярска до Иркутска. Ну, я совсем чуть-чуть не доезжаю до Иркутска. Но будем считать, что до Иркутска я еду. Почему получилась такая стела? Признаюсь, фотографировал в движении. И, к сожалению, из-за того, что не замерзайка у меня вся замерзшая, стекло немножко грязное, фотография на телефон получилось не очень, со следами, с пятнами и немного размытое. Я нашел фотографию просто в интернете этой стеллы и выложил, то есть взял чужое. Но я ее обрезал, подредактировал, отредактировал,
Впереди город. Ограничение 60. Вот так все, вроде свежих больше нет комментариев. Впереди город. Ограничение 60. Вот так все, вроде свежих больше нет комментариев. Выложена вторая серия «Москва-Тюмень». Ростов. Просто объем работы очень большой. Заснято около 120 часов видео, 1 терабайт памяти. Это будет примерно 40 серий по 1 часу. По 1 часу с ускорением в 3 раза. И как ты думаешь, сколько надо времени потратить, чтобы сделать одну такую серию с загрузкой на YouTube? Плюс к этому всему слайд-шоу, 13 роликов по 200-300 фоток в каждом. Тоже время надо. А комп не такой шустрый, как хотелось. И при этом все то, что переезд на новое место жительства. Проблем, забот хватает. Путник, а куда ты переехал? С Владивостока в Ростов жить? Сколько времени уходит? Я знаю, сколько времени уходит. Примерно 15-16 часов на загрузку одного такого часового ролика. Вот, точнее скажем, 12-16, где-то так. Да, это трудоемкая работа и время затратное.
хорошо, в настроении. Выловил сапоги из моря. Что там это, Екатерина? Ага. Да. Ну, не, мы тоже... Мне в ней не понравился этот домич, потому что там дорого, да, было? Я тоже прокомментировал, что смотрит видео 5-летней давности. И такая, уже все знают, что везде на трассах есть там теплые туалеты, души и так далее. Ну, я прокомментировал, что это далеко не везде, и что далеко не все знают. Она знает, да, хорошо. А сколько новичков, сколько людей, даже не новичков, да, вот просто со стажем вождения, но просто первый раз собираются в дальнюю поездку. Вот тебе звонили тогда, я не помню, откуда там, из Саратова в Иркутск, да, ехали или куда-то, откуда, куда, я точно не помню. Впереди камера. Ограничение 60. Ну, я тоже, да, типа, грубо говоря, там по М4 гоняет, ну, грубо говоря, да, и все там знает. А остальные трассы на север, там, на восток, на запад. Я у Соли-Сибирской проезжаю. Ну, сколько километров? 70, наверное, где-то так. Я Ангарск, наверное, через город проеду. Не надо будет съезжать. Ну как, едешь, по прямой поедешь через город, направо поедешь через объездную. Ну что мне это объездная? Поеду по прямой. Пост ТПС. Ограничение 40. Я по навигатору поеду. Я по навигатору по большой дороге поеду. Ну, наверное. Впереди мобильный пост ТПС. Ограничение 40. А я и в тот раз, по-моему, через Ангарск поехал. Там какая-то пробка была через объездную, авария там была. Вот, и меня навигатор через город потащил. И в этот раз тоже через город проеду. Что-то это пропадать стал, я почти не слышу. Алло. Алло. Это где? А,
что на, да, на всю страну прогремело, что боярышником там что-то 70 человек, что ли, траванулось и умерло. Может, они внизу какие-нибудь? Ну нет, еще он же длинный. Впереди камера. Ограничение 60. Пока еще. Да. Да. Да, ну так, не особо затруднено. Ну да, на нескольких светофорах постоял, так нормально. Да все, я уже выехал из него. Не знаю, сейчас мне. Ну, 74 до места показывает. Это с учетом заезда. С учетом заезда на мойку. Сейчас я посмотрю, я не вижу пока. Нет, он меня ведет. Впереди через, опасный поворот. Ограничение 70. Ну, это получается и того меньше. Не 74, а там 65 где-нибудь километров осталось. Да, я через город поеду. Дорога нормальная, сухая, нет? Я знаю, что здесь Серпунта, я не был. Впереди город. Ограничение 60. Да, уже вторая половина дня, 14:30.
Чуть-чуть меньше полбака. Не, а мне отдали машину с четвертью бака, и я даже чуть больше четверти, наверное, оставлю. Ладно, чё, давай я это сосредоточусь на дороге. Ага. Хорошо. Ага, давай. Так, запасы топлива у нас на последний раз было на 110. Сейчас на 133. Расход 6,0, 6 литров ровно.
прошлом году, в декабре, 76 человек погибло и 123 пострадало в результате отравления боярышником. Впереди город. Ограничение 60. Или в самом Иркутске. Не знаю, сайт Ангарска. Напишут, что в Иркутске вспоминают. Ну, в принципе, все одно и то же. Ну, центр города справа по ходу движения. Впереди камера. Ограничение 40. Впереди мобильный пост ДПС. Ограничение 40. Едем по Иркутской улице, далее сворачиваем направо на Московский тракт. Впереди лежачий полицейский. Ограничение 40. Впереди лежачий полицейский. Ограничение 40.
левой стороны железнодорожное полотно, железнодорожная ветка, железная дорога слева, с правой стороны Ангарск. За лесом, за деревьями. С левой стороны по ходу движения железная дорога, за ней река Ангара. Ну, примерно на разном расстоянии местами 2-3 километра. На отдельных участках там может быть до 500 метров. С левой стороны река Ангара. Thank you.
Ну, Ангарск остался с правой стороны по ходу движения. Ограничение 40. Осторожно, дети. Ограничение 70. Впереди опасный поворот. Ограничение 50. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 50. А вы на мойку? Ну, это очередь, да, я имею в виду? Нет, сейчас мы это поедем. А, я хорошо. Хорошо, спасибо.